Лет 10-15 назад новинки зарубежного автопрома мы могли увидеть разве что в печатных изданиях. А вот фирма «Автопункт Магнит» решила все это дело поменять. И привезла в город новинки от Citroën. Машинки такие замечательные, малолитражечки, недорогие, доступные. Citroën C4 в различных комплектациях. Либо это четырехдверка, либо купешка с движками 1.6 на механке и на автомате. Но еще эта же фирма, «Автопункт Магнит», пошла дальше и решила восстановить славу почты. Теперь это альтернативная почта. Что мне лично понравилось в Citroën в версии C4? Никогда не скрывал, что не являюсь поклонником автомобиля без багажника. Но вариант купе от Citroën – это совершенно другая вещь, с большой буквы. У кого-то могут вызвать нарекания – низкий свес переднего бампера, но нам наглядно продемонстрировали, как по магнитогорским наледям передвигается C4. Без проблем. А еще C4 – хорошая альтернатива Toyota Corolla или Mazda 3. Но, к сведению, Corolla будет меняться в этом году, а облик Citroën позволит вам быть исключительно индивидуальным. Ну а что внутри? Это вообще космос. Чего стоит только штурвал с неподвижной центральной частью? И C4 можно всерьез назвать цифровым автомобилем. Все параметры индицируются на панелях. Из аналоговых устройств, пожалуй, только коробка-механка при желании. Но не Citroën единым жив автопункт Магнит. Вам все еще хочется Toyota? Есть. К примеру, Avensis. Что, уже купили? Привезут в кратчайшие сроки. А это и есть очередной успех этой фирмы. Ну и вернемся к вопросу цены. Сколько стоит эта французская прелесть? Да-да, французская прелесть. Почему? Ну, если вы внимательно смотрите программу «Автостоп», вы помните сюжет, в котором мы катались на Citroën C3. Я его тогда и назвал «Прелесть». И это прелесть. С электропакетом, с кондиционером. Начинается от 520 тысяч рублей. Есть, конечно, варианты подороже. Ну, я думаю, что вместе с «Автопункт Магнит» россияне станут самой ездящей нацией. Мы, к счастью, сохранили за собой название «самые». Россияне – это самая читающая нация. Но вот подписка на альтернативную почту вам карман не отяготит, а приятно удивит. Чем? Ну, до службы доставки. Альтернативная почта – что это? Это масса преимуществ для клиента. То есть по подписке, когда он подписывается на почте, корреспонденция, ну, журналы, газеты приходят с большим опозданием после выхода их в свет. У нас же доставка будет осуществляться в течение 2-3 дней с момента поступления изданий в розничную продажу. То есть мартовские, например, издания клиенты получат в начале месяца. Клиент может получить издание здесь или вы можете его доставить? Мы предоставляем услугу бесплатного абонентского ящика, то есть вся пресса будет храниться здесь, ну, и клиент может забрать ее в любое удобное для него время. Если клиенту удобно, чтобы ему привезли почту на дом или в офис, то эту услугу мы тоже оказываем за очень небольшие деньги. 10 рублей одна доставка. Список, точнее перечень изданий, каков он примерно? Трудно, конечно, все перечислить, их более 1000 наименований, и это, конечно, тоже не все. Есть узкопрофессиональные издания, которые по запросу клиента мы тоже можем поставлять. Альтернативная почта. Что это такое? Это подписка дешевле, чем на почте. Это первый общественно значимый проект автопункта. Автопункт делает информацию и знания доступными. И это помогает людям ориентироваться в быстро меняющемся мире. Когда вы в последний раз пользовались услугами государственной почты? Я уже забыл, что это такое. Давно. А в каком состоянии ваш почтовый ящик? Ну, как и у всех, настежь. Все, кому не лень, берут, что хочешь, кладут. Ну, ужасно в общем. Альтернативная почта, с вашей точки зрения, что это такое? Ну, это гарантия того, что я получаю свою подписку. Это очень удобно, всегда доставят. А перечень журналов вас устраивает? Там очень большой список, выбор больше, чем жалоба. Обилие автомобильных журналов – это еще и гарантия вашей квалификации. Вы же должны знать о новинках, последних новинках автопрома. У нас многие сотрудники подписались на очень интересные журналы. Журналы не только по специальности, но и разные профили, то есть «За рулем», «Клаксон», «Авторевью». Там много технической информации тоже имеется по автомобилям.
Но вот, оказывается, и крупнейшие в городе страховые компании пользуются услугами альтернативной почты. Что вы выписываете, если не секрет? На Космополитен, Бурдамоден. Вы, правда, располагаетесь рядышком, поэтому служба доставки вам не нужна. Насколько удобно вам работать по структуре альтернативной почты? Очень удобно, потому что не нужно бегать по городу и искать в ларьках. Как бы всегда под руками. А вопрос свежести? Ну, это само собой. Все в первой свежести поступает. Ну. Срок доставки примерно какой? Сутки. А мы, как представители поколения, выросшего на технике молодежи, за рулем науки и жизни, вокруг света и мурзилки, имеем возможность подписаться на них гораздо дешевле, чем на государственной почте, и получать их с альтернативной почтой.